Более 80% пользователей сайтов знакомств искажают сведения о себе. Таковы результаты исследования специалистов из университета Корнелла, штата Нью-Йорк. Но, как утверждают исследователи, лжецы все же оставляют улики, позволяющие разоблачить обман. Чаще всего интернет-пользователи скрывают свой возраст, вес и рост. Те, кто искажает эту информацию, не используют местоимение «я» в диалоге, желая при этом дистанцироваться от своих обманчивых заявлений. Лжецы также часто используют отрицание. Например, вместо слова «веселый» используют слова «не грустный», а вместо «увлекательный» – «не скучный». Так что алгоритм простой. Чем больше обмана, тем реже встречается местоимение «я», тем больше отрицаний, тем короче описание. По результатам тех же исследований оказалось, что люди в очень редких случаях способны разоблачить лжецов.